Многие сейчас, вот я прям вижу даже сейчас в обеденное время, кардио занято. Кардио это круто, кардио это здорово, кардио это нужно, но кардио это кардио, сердце, сердце, друзья мои. Оно же не называется «пойду заниматься липосжиганием» или «пойду на жиросжигающую зону». Нет, кардиозона. Это тренировка сердца, это нужно, нельзя ее исключать ни в коем случае. А в частности, если вы особенно еще и культурист, еще и крупный, для вас кардио гораздо важнее, чем для всех остальных посетителей зала. Потому что вам необходим большой рабочий объем сердца. Не толстые стенки мышечные, которые у нас растут, потому что сердце – это мышца, но и рабочий объем сердца, который позволит вам в будущем избежать проблем, то есть заболеваний, которые являются мало того, что основными у спортсменов своих видов спорта, так они являются основной причиной смертности вообще всех людей на всей планете. От сердечных болезней умирает больше всего людей. Да что ты, черт побери, такое несешь? Странно слышать такие заявления от именитого спортсмена. Тренировать сердце, накачивать его. Это слышать просто ужасно. Сердце тренировать не надо. Оно у нас тренируется с момента рождения и до самой смерти. Оно работает всегда, не останавливаясь. И загонять его на кардиотренажерах не надо. На кардиотренажерах мы тренируем миофибрилы, чтобы кислород поступал в мышцы. А сердце здесь ни при чем. И при физической нагрузке стенки сердца не утолщаются, а наоборот истончаются. Поэтому тренировать его специально не надо.